Павел Филисов занимается спортом с детства. Сначала это был футбол, но серьезная травма ноги поставила крест на возможности развиваться в этом направлении. Жить без спорта Павел не хотел и искал для себя альтернативу. Ей стал пейнтбол, игра, в которой меткость, скорость и способность стратегически мыслить играют главную роль. И вот уже больше 9 лет Павел выходит на специально оборудованные поля с маркером в руках. Карьера начинается у всех просто. Увидели прокат, сходили, заболели, дальше покупка своего оборудования, нашли команду, хорошо, что она тогда уже существовала, клуб единомышленников, и дальше уже тренировочный процесс и игры. Команда «Реактор» стала для Павла второй семьей. Вместе с товарищами они по полной выкладываются на тренировках, чтобы доказать всей стране, в Сарове умеют играть в пейнтбол. Областные, всероссийские и даже международные соревнования спортсмены стараются не пропускать серьезных турниров. И именно чувство локтя и умение понимать друг друга на интуитивном уровне позволяет добиться высоких результатов. На втором этапе Кубка Москвы «Реактор» занял 1-е место, а Павла Филисова признали лучшим игроком турнира. Команда помогла, плюс в полуфинале удалось, когда остался один, поразить 4 соперников. И судьи единогласно выбрали лучшим игроком. Всего в турнире принимают участие 11 команд из Москвы, Московской области, Иваново и Ярославля. Победа на этапе – это еще не победа в кубке, поэтому расслабляться рано. Пока «Реактор» занимает 2-ю строчку в общем командном зачете. И ребята активно готовятся к 3-му финальному этапу состязаний, который пройдет в августе в Москве. На протяжении 11 лет мы ездим постоянно на все эти турниры, постоянно занимаемся зимой и летом. Это хобби, интерес. Сегодня за клуб «Реактор» играют более 30 спортсменов, и для каждого из них пейнтбол – это не просто праздное развлечение. Это серьезное хобби, в котором нет места поверхности. За каждой победой стоит упорный труд и многочасовые тренировки. Но награда велика – адреналин во время игры и невероятные эмоции на пьедестале почета. В клубе рады новичкам. «Реактор» открыт для всех, кто ценит спорт и жаждет добавить драйва своей жизни. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров 24.